У Атлетика не играет из-за травмы Лоренто, тоже, как говорится, не последний человек. В Атлетико Мадрид. Простите, опасный момент. И можно забивать. Есть гол. Вот это да. Два форварда. Два Александра сейчас соорудили этот гол. Великолепную передачу сделал Александр Исак. А Александр Сёрлунд забивает. На 7-й минуте гости выходят вперед. Вот здесь отбор. И моментально передача на фланг. И как разбирается Исак. Он играет. Ну а пока, учитывая, что на один матч больше сыграли баски, они на 3 очка оторвались. Удар по воротам. И какой удар с ним. Не справляется Ян Облак. Исак к своей голевой передаче еще и добавляет в этом матче гол. Пробил хлестко мимо стенки. Правда, как принято говорить, во вратарский угол парировать мяч. Короткий разбег. Удар не самый сильный. Но Ян Облак вынужден капитулировать. Вот этот отскок от газона. Именно этот момент стал решающим фактором. Почему Облак, коснувшийся мяча руками, не перевел мяч на угловой. Успешнее в этом игровом эпизоде. Добавляют в агрессии, в скорости командный. Припертые буквально к стенке мадридцы и забивают, забивают гол. Суарес Луис. 2-1. Возвращает в полной мере. Но прежде всего по результату, по счету. Потому что из этой игры мадридцы не уходили, даже пропустив в начале второго тайма. Успешное завершение этого труднейшего матча. Надо было как можно быстрее забить, сократить отставание. И это удалось. Суарес классно выбрал позицию. Оказался между двух центральных защитников и пробил. А тем временем атака левым флангом. Караско. Он может сейчас влететь в штрафную, прострелить или пробить. На Суареса проходит передача. Помогает своей обороне Микель Мерино. Он подставил ногу, он помешал. Вот эпизод, когда Мерино помешал нанести прицельный удар с близкого расстояния. Но в мяч сыграл Мерино. Потом, может быть, чуть-чуть и задел икроножную Суареса. Контакт есть. В мяч не играет Мерино. И как бы сбивает шага. Мешает пробить акцентированно Суаресу. Я думаю, что это пенальти. Что думает рефери? Указывает на 11-метровую отметку. Вы слышите, как сейчас приветствует это судейское решение, отложенное. И ВАР вмешивается справедливо. Местная арена, желтая карточка Мерино. Он в своей карьере положил не один мяч с 11-метровой отметки. Кладет и сейчас 2-2. Да и характер они показали в предыдущей встрече. Несколько дней назад в игре против Ливерпуля. Не забили только в матче Севильи. Сегодня забили. Забили два. И были близки к тому, чтобы из Мадрида даже 3 очка увести футболисты Реал Сосьедад.